Всем привет! В данном ролике хочу показать, как я буду делать эту арку, которая служит, будет служить и потолком. Добавлю подвесы. Подвесы делаю из профиля. Ну, решил я так делать. Решали, как ее сделать. Вот, как видно, тут арка дойдет сюда и уйдет плавно в потолок. Соответственно, и здесь думали так же самое сделать. Но отсюда тогда бы она смотрелась не очень красиво. То есть она была бы вот по эти поры. Обрезалась и, ну, небольшая была бы. Решили тут оставить арку так, как она есть. Этот край будет идти до конца, как она и есть. Вот этот бортик пойдет вот тут, а здесь плавно уйдет в потолок. Вот такую я конструкцию сделал. Я не снимал, как я крепил подвесы, потому что во время монтажа присутствовала ненормативная лексика. Сами понимаете, что профиля очень близко находятся друг к другу. И чтобы прикрутить это было сложно сделать. Возможно, я не правы, слишком густо их накидал. Можно было бы через один хотя бы кинуть. Проще было бы крепить. Честно скажу, я что-то подобное делаю первый раз. Сделал такой шаблон. Он копия вот этой арки. То есть такой же самый радиус все я вычислил. Сейчас замеряю, какой мне длины нужен лист. То есть вот это расстояние и сама окружность какой длины. Так, ну что, укладываю на шаблон. Так, то есть еще каждую надо сломать. Ну что, подготовил лист. Вот так добавлю вот такую сетку. Сделал фасочки вот такие. Прогрунтовал я. Ну, сейчас у меня остался клей для гипсокартона. Его использую, им протяну. А сетку уже, скорее всего, на финишную шпаклевку затяну. В общем, хорошо заполняю швы, прям втираю, и поверх еще сеточку наложу, и думаю, будет это неплохо. Так, 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 вот так. Вот
вот что у меня получилось. Замесил финишную и стартовую шпаклевку, смешал и заармировал сеткой. Ну все, теперь буду ждать, когда высохнет. Ну и смонтирую сюда. Конечно, был бы арочный гипс, было бы проще. Прошли сутки. Я думаю, оно схватилось уже все. Есть такой нюанс. Вот тут вот угол у меня неровный. То есть немного развернутый, больше 90 градусов. Обычно я как замеряю, в одну сторону даю отметку 80 сантиметров, в другую 60. Замеряю диагональ. Если диагональ будет ровно метр, значит угол ровный. Тут у меня показал 1 метр 5 миллиметров. То есть немного развернутый. Если сейчас приложить этот лист, то пойдет клин вот сюда. То есть зазор будет вот здесь. Можно, в принципе, его сейчас прям сразу отрезать. Но мы лучше не поленимся. Примерим его сюда. И уже по месту я начерчу, сколько отрезать. Да, как я и предполагал, клин идет. Сейчас вот это лишнее я обрежу, лишний край здесь придется уголочек добавить. Патронов, конечно, накрутил я жестко, прилично. Обрежу и тут край. Я специально оставлял лишнее на всякий пожарный, потому что знал, что здесь будет клин. Поэтому и сделал чуть длиннее саму арочку. Вот все я подровнял. Тут приклеил кусочек. Когда схватится, уже подточу. Или лишнее. Здесь все заделал. Вот такая у меня арочка получилась, которая служит одновременно и потолком. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока, до новых видео.